Ночной дозор. Такое название получил рейд, прошедший в Видном накануне вечером. Главной задачей было проверить качество освещения спальных районов города, парковки и уборку территории от снега. Во главе проверяющих начальник главного управления Госсанэпидтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. Она и дала оценку работе структур, отвечающих за порядок. Безусловно, все 100% жалоб, о которых говорили жители этого городского поселения, подтвердились. Мы действительно увидели сегодня большое количество неработающих фонарей именно в тех местах, которые нам указывали наши жители. И плюс недоосвещенность в общем и целом даже некоторых проезжих частей. Но я хочу сказать, что безусловно, это все эти нарушения выявлены в ходе нашей спецоперации, лягут в протокол с конкретными сроками устранения. Многие жалобы оказались до сих пор не решены. Что касается уборки снега и льда, то проверяющим кое-где пришлось передвигаться с особой осторожностью. Ну а недостатки городского освещения вечером были особо заметны. Недоосвещенность, но это вот уже крики жителей. По детским социальным объектам. Не дожидаясь протокола проверки, Татьяна Витушева сразу обозначила замечание, которое следует немедленно устранить. В свою очередь мы решили провести свой дневной дозор и также посетили несколько проблемных точек города. И если в центральной части жителей почти все устраивает... Нравится, как освещен ваш район? Да, более-менее. Не жалуемся, да. Устраивает. То видновчане из новых микрорайонов не совсем довольны. В данном случае здесь вечерами не освещается детская площадка. Только немножко, если свет не горит на площадке. Внезапная проверка – хороший стимул начать решать проблемы. Для этого и было предложено губернаторам создать подмосковную книгу жалоб «Добродел». Такие обращения помогают и жителям исправить проблему, и администрации быстрее реагировать на нужды горожан.